Обидно, что когда переходил, я же заранее всех предупреждал и сказал, что если будет нужен ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться с этой должностью. При этом у вас будет даже какой-то промежуток времени найти кого-то лучше, если вам он не понравится. Он достаточно гибкий, прекрасен в новостях. Он лучше Димы Борисова в новостях нет. Его место там, конечно. Но когда мне сообщили, что Дима Борисов уже записывает программу «Пусть говорят», а он мне даже про это не сказал, я подумал, что... Это как-то странно, да? То есть ничего обидного мне не было. Если я ему написал, а это правда, что ты уже записываешь программу? Он писал, да, все в этом мире, как крыло бабочки или что-то такое. Обижен я на него? Честно, нет. Я его поздравляю с днем рождения. Может, прекратил ходить в тот спортзал, куда ходит он, чтобы меньше пересекаться, о чем-то говорить. Он мало вовлечен в процесс, да, как приходящая звезда. А быть мало вовлеченным в процесс, когда ты не живешь с редакторами, когда ты не знаешь, что происходит с героями, это все 25-м кадром считывается, да, рано или поздно все это дает сбой.